штате Вашингтон огромное количество удивительных мест. С просмотром каждой новой серии документальных фильмов о природе красивый Вашингтон вы изведаете самые невероятные уголки этого штата и узнаете о нем много всего интересного. Вас ждут потрясающие пейзажи и бесконечные открытия. Территория национального вулканического памятника гора Сент-Хеленс поражает своими кристально чистыми озерами, обширными долинами под просторным синим небом, лесами и неисчислимым количеством чудесных видов. Здесь можно исследовать вулканы, провести незабываемый отдых. Это просто райское местечко для любителей природы, но райское ли оно на самом деле? Вулкан Сент-Хеленс является одним из самых живописных и в то же время ужасающих мест на юго-западе штата Вашингтон. При одном лишь упоминании о нем люди часто вспоминают катастрофическое событие, которое произошло 18 мая 1980 года. Мощнейшее извержение стало причиной серьезных разрушений в истории США. Оно забрало жизни 57 человек, уничтожило множество домов и сотни гектаров лесов. Сейчас вулкан Сент-Хеленс утих, но это не означает, что он безопасен. В силах природы сложно усомниться. Перед вами яркий пример восстановления флоры и фауны. Живописная прогулка по шоссе Spirit Lake или шоссе 504 – это чудесная возможность насладиться великолепием природы. Хорошая ровная дорога простирается на 84 километра и ведет к национальному вулканическому памятнику гора Сент-Хеленс. Получите настоящее удовольствие, разглядывая по пути прекрасные пейзажи, обильно укрытые зеленью деревья и, конечно же, завораживающие виды на вулкан Сент-Хеленс. От открывающихся перспектив перехватывает дух. Вдоль шоссе расположено несколько смотровых площадок, где вы можете остановиться и полюбоваться панорамными видами. По пути также встречаются мосты и повороты. Взгляните, как спрогрессировала природа со времен извержения вулкана. Благодаря великолепным пейзажам можно даже не заметить, как вы уже у главной достопримечательности – горы Сент-Хеленс. Трудно представить, что эта безмятежная и нетронутая местность была разрушена в результате извержения вулкана. Здесь не было ни одного зеленого листочка, все было пепельно-серого цвета. Ежегодно тысячи людей посещают это место. В настоящее время вулкан Сент-Хеленс строго контролируется учеными на северо-западе США, так как он все еще считается активным. Благодаря тяжелому и упорному труду матушки природы местность вернулась к жизни. Национальный вулканический памятник гора Сент-Хеленс был установлен после извержения в 1982 году. Его общая территория составляет 445 квадратных километров земли и включает область вокруг горы Сент-Хеленс. Это место, где можно насладиться тишиной, сидя у озера Coldwater и созерцая расслабляющие образы природы. Кристально чистая вода и прелестное пение птиц освежат ваше тело и разум и всколыхнут воображение. Зона отдыха у озера Coldwater – это прекрасное место, которое отлично подойдет для пикника, прогулки на лодке и наблюдения за птицами.
Посетители стекаются сюда, чтобы полюбоваться видами на кратер вулкана, лавовыми куполами и другими ландшафтными изменениями. Что делает эту местность невероятно привлекательной для туристов, так это сезон цветения полевых цветов. Полюбуйтесь на сказочный ковер из цветов, укрывающий склоны Сент-Хеленс. Выбрав подходящее время, можно насладиться удивительными коллекциями цветов. Многое зависит от высоты. Чем выше, тем позже начинается цветение. Здесь встречаются разные виды цветов. Индийские кисточки, пенстемоны, люпины, ромашки и огромное количество других растений. В этой местности множество невероятных пешеходных маршрутов, которые проходят через разные стороны горы, что дает возможность хорошо исследовать местность и увидеть огромный кратер. Кажется, будто вершина горы Сент-Хеленс тонет в нависающих над ней облаках. И до сих пор можно наблюдать последствия извержения вулкана, но природа делает все возможное, чтобы вернуться к жизни. По склонам разбросано множество пней и бревен, которые стали неотъемлемой частью этой местности. За последние десятилетия количество кустарников и различных растений значительно увеличилось. Большинство деревьев было пересажено, но некоторым вечнозеленым растениям удалось пережить эту катастрофу под защитой майского снежного покрова. Вы также можете заметить и многие другие последствия разрушения, но глядя на этот великолепный пейзаж на мгновение, словно обо всем этом забываешь. Любителям неспешных прогулок открывается тропа, которая с английского переводится как «рождение озера». Это достаточно легкий пешеходный маршрут, который идеально подходит для прогулок на природе и наблюдения за птицами. Часть тропы ведет через лиственный лес, что приятно радует в жаркие летние дни. Ее длина составляет почти километр, пролегая вдоль берега озера Coldwater. Погрузитесь в мирную атмосферу окружающей среды. Прекрасные композиции цветов подарят эстетическое наслаждение. Повсюду пейзажи пестрят яркой зеленью, желтыми, фиолетовыми и белыми цветочками, которые на самом деле более хрупкие, чем может показаться на первый взгляд. Здесь множество разнообразных деревьев и растений. Вокруг все тихо. Можно услышать успокаивающее пение птиц, которое делает эту местность еще приятнее. Что делает это место по-настоящему уникальным и интересным, так это извилистая дощатая дорожка, пролегающая над озером, откуда открываются невероятные виды на Сент-Хеленс. Эта тропа отлично подходит для всех, так как не требует подготовки и дает возможность хорошо отдохнуть на природе. Великолепные пейзажи радуют ваш взгляд на протяжении всего пути. Неспешно прогуливаясь вдоль дощатого настила, вы оказываетесь так близко к воде, что можно ощутить легкий прохладный ветерок озера Coldwater. В такие моменты хочется остановить время и побыть здесь подольше. Озеро Coldwater является одним из самых молодых озер в Соединенных Штатах Америки. Оно расположено на территории округов Скамейния и Каулиц. Здесь ощущаешь покой и тишину. Но так было не всегда. За последние десятилетия территория претерпела значительные изменения, изо всех сил пытаясь оправиться от извержения. Сейчас здесь множество возможностей для проведения досуга.
катание на лодках, плавание и многое другое. Расположенное в самом сердце зоны взрыва, озеро было создано в результате извержения 1980 года. А еще 38 лет назад здесь не было никакого озера. Раньше это был ручей, а теперь его длина составляет около 6,5 километров, а глубина 61 метр. Огромное разнообразие цветов вдоль пешеходных троп делает поход более красочным. Усыпанные цветами склоны гор манят туристов. Вокруг все пышет зеленью, легкий ветерок покачивает растения, зеленые листочки молодых деревьев. Сделайте перерыв и полюбуйтесь красочными лугами в бездонной тишине. Это место стоит посетить только из-за того, чтобы изведать различные живописные туристические маршруты, ведущие вдоль озера Coldwater. Во время похода встречается несколько удивительных горных ручейков, через которые можно с легкостью перепрыгнуть и продолжить свой путь, минуя усыпанные цветами поляны вдоль озера. Это живописное место, где время от времени виднеется вершина Сент-Эленс. У берега расположены скамейки, чтобы полюбоваться расслабляющими видами на озеро Coldwater. Вокруг так красиво и безмятежно, что можно находиться здесь часами. Затем тропинка проведет через дремучие леса, где обитают дикие звери и птицы. Лучики солнца пытаются пробраться сквозь деревья, которые спасают посетителей от жарких дней. Им приходится преодолевать крутые склоны гор и деревянные мостики. Только погрузившись в лесную атмосферу, вы вдруг снова оказываетесь рядом с озером. Многие деревья были снесены потоками лавы, поэтому большая часть троп простирается через открытые луга. Даже однодневный поход позволит изведать эту прекрасную местность. Здесь все наполнено жизнью. Вот еще один чудесный горный ручей, с виду напоминающий небольшой водопад, бегущий через расщелину в скале. Это захватывающее зрелище. Озеро Coldwater также является популярным местом для рыболовли. Здесь разрешается ловить несколько видов рыб, например, радужную. Трудно себе представить, что это озеро новое. Иногда в результате разрушения может образоваться такое красивое и спокойное место. Спустя некоторое время дорожка приведет вас к озеру, где невооруженным взглядом заметны следы страшной катастрофы. Прямо на берегу расположен небольшой островок из бревен. Вода просто потрясающая. В такой яркий солнечный день можно насладиться чудесными видами на окружающие вершины и озеро, наблюдая, как лучики солнца играют на воде, раскрывая настоящую красоту природы. Поверхность этого озера выглядит спокойной, но что будет, если заглянуть под воду? Погрузитесь поглубже, чтобы получше рассмотреть дно. Сначала, после извержения, озеро было грязным, полным пепла и обломков, а теперь вода настолько чистая, что можно разглядеть все в деталях. Берег озера украшают разные цветы. В этой местности растет огромное множество зелени и уникальных деревьев. Здесь можно прекрасно отдохнуть на солнышке и не беспокоиться о времени.
Кажется, что виды становятся краше с каждым шагом. Это тропа Гарри Ридж, которая берет начало от обсерватории Джонстон Ридж. Такое название она получила в честь владельца гостевого дома Mount St. Helens Lodge Гарри Трумэна, который отказался покинуть территорию во время эвакуации. К сожалению, мужчину и его дом не удалось спасти, так как эта местность была покрыта толстым слоем вулканических обломков и пеплом в результате извержения. Этот пешеходный маршрут ведет в самое сердце взрыва вулкана. Это один из самых популярных однодневных походов на территории национального вулканического памятника Сент-Хеленс. Буквально с первых километров заметны выдающиеся геологические явления, так называемые вулканические грязевые потоки, лахары, и след огромнейшего оползня, который считается самым мощным в истории США. Гора потеряла порядка 396 метров от своей былой высоты. Это великолепное озеро Спирит, в котором плавает множество бревен даже по истечению стольких лет после катастрофы. На заднем плане озера возвышается прекрасная вершина горы Адамс. Если вы хотите быть очарованы потрясающими видами на горы, долины, укрытые яркими цветами, озера и, конечно же, на сам кратер, то вы оказались в нужном месте. И по сей день невероятная вершина горы Сент-Хеленс привлекает множество любителей природы и вулканов, туристов и геологов. Но только теперь посетители могут любоваться ею с безопасного расстояния. Чем выше вы поднимаетесь по хребту Гарри, тем эпичнее становятся виды. Перед вами открывается просто неописуемый пейзаж. Туристы кажутся такими маленькими по сравнению с величественными горами. Окунитесь в мир чудесных и редких цветов. В поход по этой тропе лучше отправляться, начиная с конца весны до середины осени. Это идеальное время, когда цветы находятся на пике своей красоты. Кстати, люпин был одним из первых растений, которое вернулось к жизни после извержения вулкана. Склоны у подножья горы Сент-Хеленс и долины окрашены в яркие краски оранжевого, красного, желтого и фиолетового цветов. Вокруг так много мест, где можно сделать чудесные снимки. Поход по этой тропе подарит отличную возможность улучшить свои навыки фотографии и запечатлеть незабываемые моменты. Разглядывая прекрасные пейзажи с вершины хребта, озеро Спирит кажется еще больше. До катастрофы оно было значительно меньше по сравнению с тем, как оно выглядит сейчас. После извержения 1980 года озеро навсегда изменило свою форму, став на 61 метр выше. Местность полна красот и историй. Снесенные бревна, пни, лохары, кристально чистые озера, горные хребты и тропы делают национальный вулканический памятник гора Сент-Хеленс поистине уникальным местом. Все эти творения извержения вулкана могут рассказать вам историю этого беспощадного разрушения. Тропа Гарри Ридж может показаться достаточно сложной для неопытных путешественников, но поход того стоит. Одна ее часть проходит над обрывом, в то время как дорожка в некоторых местах довольно узкая. Извиваясь вдоль крутого склона, тропа открывает невероятные виды на окружающие вершины. Белые облака похожи на спокойные волны в море. В разных уголках национального вулканического памятника можно увидеть самые необыкновенные пейзажи. Кажется, что более потрясающего места не найти во всем мире. Замечательные виды на 360 градусов. Это прекрасная возможность оценить силы природы с такой высоты. Отправляйтесь в прекрасное путешествие по уникальному ландшафту территории Национального вулканического памятника. Миллионы чудесных цветов дополняют прекрасные пейзажи
и делают это приключение одним из самых ярких в вашей жизни. Атмосфера этой местности способствует приятному и спокойному отдыху. Изначально памятник был создан для образовательных и исследовательских целей, а с 1980 года гора Сент-Хеленс стала живой лабораторией для ученых. Путешественники и ученые со всего мира приезжают, чтобы познакомиться с уникальными природными особенностями этого региона и полюбоваться природными красотами. Еще одним прекрасным местом является тропа South Coldwater Ridge. Это одна из самых тихих и спокойных троп, которая ведет путешественника вдоль южной стороны чудесного озера Coldwater. Нырнув в тень деревьев, в начале пути вы ощутите приятную лесную прохладу. Путешествие туда и обратно составляет почти 11 километров. Тропа проходит через пышные леса, где растут редкие виды цветов и растений, которые служат домом для местной флоры и фауны. Эта короткая прогулка через лес готовит вас к настоящему приключению. Все эти красоты и звуки природы создают ощущение покоя и гармонии. Вы не заметите, как вдруг тропинка выведет вас на открытую лужайку, и вы продолжите подниматься вверх по склону. Переведите дух и станьте ближе к природе. Множество цветов и пней рассеяно по территории горного хребта. В этот поход будет интересно отправиться поздней осенью, когда начинается цветение, чтобы почувствовать безмятежность и сделать уникальные снимки прекрасных цветов. Остальная часть тропы проходит вдоль озера Coldwater. Посетители могут прокатиться на лодках, порыбачить или устроить пикник неподалеку от озера. Проводя почти целый день под солнцем в своих лодках, рыбаки терпеливо ждут улова. Вокруг царит спокойствие и гармония. Летний ветерок доносит легкий бриз озера, давая возможность туристам ощутить приятную прохладу в жаркий летний день. Более 3 десятилетий назад эта территория была изувечена разрушением, а теперь вы можете любоваться чудесными видами и полянами цветов, которые украшают пустынную землю. Слышите трели птиц? Значит, сюда возвращается жизнь. Сила природы просто невероятна. За эти 10,5 километров можно увидеть столько всего, что сложно даже себе представить. Эта тропа достойна посещения любознательного путешественника, которого ждут неописуемые виды и удивительные находки. Катастрофический взрыв вулкана уничтожил все на своем пути. Вот можете обнаружить разные машины для заготовки леса, оставшиеся после извержения. Теперь они навсегда служат лишь напоминанием о том страшном дне. Теперь мы отправляемся на тропу Strawberry Mountain Lookout, которая проходит через густо насаженные леса по краю зоны взрыва. Через просветы можно увидеть захватывающий дух пейзажа. Здесь царит прекрасная и тихая атмосфера. Эта тропа подходит для езды на велосипеде, пеших прогулок, верховой езды и кемпинга. Национальный лес Гиффорда-Пинчота включает территорию национального вулканического памятника гора Сент-Хеленс, является природной средой обитания для множества различных видов животных и птиц.
Исследовав зону извержения вулкана, в качестве награды вас могут порадовать потрясающие виды на окружающие вершины. Каждая тропа в этой местности сама по себе уникальна и может много поведать о катастрофе 1980 года. Такое зрелище сложно описать словами. Перед вами катастрофические последствия, причиной которых стало извержение вулкана. На склонах возвышаются голые стволы сгоревших деревьев, уходящих вверх на несколько метров, делая эту местность привлекательной для туристов с разных уголков мира. С годами тут продолжают происходить изменения. Все в буквальном смысле расцветает. Вам предстоит изведать еще одну тропу под названием Hammocks Trail, которая пользуется популярностью круглый год. В летнее время можно насладиться ярким цветением различных растений, а зимой – уникальным ландшафтом на снегоступах. Нетронутые леса обеспечивают благоприятную среду обитания для местной фауны. Толстый слой пепла укрыл многие деревья и растения, что помогло им пережить извержение. Эта 4-метровая круговая тропа пересекает самую разнообразную местность. Очутившись здесь, будто попадаешь в другой мир, мир красоты и разнообразия. Это идеальное сочетание горно-лесистой местности и открытых полей, где разбросана масса камней и прекраснейших цветов, растущих по обе стороны тропы. Путешествие к вулкану Сент-Хеленс не только дарит незабываемый опыт, но и глубокие впечатления от соприкосновения с историей и природой. В долине растут тысячи молодых деревьев, среди которых возвышаются холмы, созданные в результате оползня. Невозможно оторвать взгляд от созерцания чудесных пейзажей. Тропа проходит через ряд куполообразных холмов, созданных из обломков лавинных пород во время извержения Сент-Хеленс. Эта местность полна природных чудес, гор, прудов, цветочных полей и просторных долин. Hammocks – это остатки вулканического взрыва, что в переводе с английского означает «холмы», на самых вершинах которых прекрасные вечно зеленые растения пустили свои корни. Тропинка ведет от одного холма к другому. В любое время года пейзаж кажется волшебным. Нередко густые облака окутывают Сент-Хеленс белым покрывалом, а когда небо вновь очистится, можно увидеть вершину и полюбоваться панорамными видами на долину с северной стороны горы. Hammocks Trail находится на территории леса Гиффорда Пинчота. Это прекрасная тропа, чтобы узнать больше о страшном извержении Маунт Сент-Хеленс и увидеть необычные по форме холмы, а также чудесное возрождение природы после опустошения. Эта тропа по пути пересекает другую тропу – Boundary Trail. На этом маршруте можно увидеть одни из самых красивых пейзажей, но иногда из-за пасмурного неба или тумана их бывает трудно разглядеть на большом расстоянии. С маршрута открываются потрясающие виды на гору Сент-Хеленс и местные ландшафты, а весной на тропе можно встретить великолепных оленей.
Чтобы увидеть по-настоящему захватывающие пейзажи, стоит отправиться в живописную прогулку по извилистой дороге Винди Ридж, которая ведет через национальный лес Гиффорда-Пинчота. Это также отличная возможность исследовать местность. Во время поездки нередко встречаются крутые повороты, а по обе стороны дороги виднеются голые стволы деревьев, окружающие хребты и густые леса. Это приключение надолго останется в вашей памяти. Сама же дорога ведет к пункту назначения – смотровой площадке Винди Ридж Вьюпойнт. По пути расположены смотровые площадки и тропы. Обычно дорога открыта, начиная с первого летнего месяца и до первого сильного снегопада. Водителям всегда стоит быть предельно осторожными на дороге, так как в этой местности часто можно встретить диких животных. Во время посещения вулканического памятника не упустите шанс исследовать восточную часть этого удивительного вулкана. Винди Ридж Вьюпойнт – это просто удивительное место, которое стоит того, чтобы преодолеть около 400 ступеней по зигзагообразной песочной лестнице. Поднимаясь все выше, вы видите, что склоны холмов усыпаны поваленными деревьями, а на некоторых участках земли желтенькие цветочки пробивают себе путь сквозь неплодородную почву. Это место, где когда-то целые экосистемы были стерты с лица земли. После стольких лет эта местность значительно преобразилась. Сейчас здесь водится большое количество разных птиц и зверей. Среди них вы можете видеть величественных оленей, которые пасутся рядом с водой. Масштабное извержение нанесло значительный урон не только флоре, но и фауне. Более 1000 чернохвостых оленей, лосей, сотни медведей, койотов, различных птиц и насекомых были уничтожены. Ученые опасались, что для восстановления фауны потребуется десятилетие. Но это произошло намного быстрее, чем они предполагали. В первые дни после извержения исследователи обнаружили следы животных на земле. Некоторые насекомые и птицы почти сразу вернулись в пораженную вулканом зону, а через 5 лет было замечено значительное увеличение количества лосей и оленей. После извержения земли вокруг вулкана снова стали обитаемы. На холмах появилась бурная растительность, животные и птицы. Нередко в этой местности можно встретить быстроногих оленей, мирно пасущихся на склонах. Здесь можно помиловаться видами на озеро Спирит. Нависшие над ним облака прекрасно дополняют этот пейзаж. С Вьюпойнта открываются самые необычные виды, которых больше нигде не встретить на всей территории вулканического памятника. Находясь на самой вершине, можно взглянуть по-новому на Сент-Хеленс. Это непередаваемое ощущение находиться так близко к самому вулкану, где в ясный день виднеется кратер, и наблюдать бесконечное разнообразие геологических процессов. Озеро Спирит покрыто ковром из плавающих бревен, которые рухнули в воду во время извержения. Некоторые из них осели на мелководье вдоль берегов озера. Поход по этой тропе обеспечит яркие впечатления и порадует природной красотой. Летом пышная зелень и маленькие, но яркие желтые и белые цветы стелятся ковром вдоль тропинки, украшая собой склоны. Озеро впечатляет своей чистотой и количеством обломков деревьев, которые до сих пор находятся на поверхности воды. Эта местность манит красотой природного разнообразия. Расположенная на юго-западе Вашингтона, примерно в 85 километрах от города Портленд, штат Орегон, гора Сент-Хеленс является одним из самых опасных активных стратовулканов каскадных гор, входящих в состав Тихоокеанского огненного кольца. Это область, где находится множество активных вулканов и происходит огромное количество землетрясений и извержений.
Коренные жители Америки всегда с большим уважением относились к вулканам. Для индейских племен, которые проживали в этой местности, вулкан Сент-Хеленс, или как еще его называют, гора Святой Елены, имел священную важность. Они называли его «гора, которая дымится». «18 мая 1980 года, в воскресенье утром, произошло мощнейшее землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера, и через несколько минут обрушился северный склон горы Сент-Хеленс. Лавина из вулканической породы сошла из кратера вулкана, уничтожив все живое на площади более 500 квадратных километров». После 1980 года вулкан Маунт Сент-Хеленс не затихал и продолжал производить небольшие взрывы. Новый купол лавы образовался в кратере до 1986 года. Вулканическая активность не прекращалась. С 2004 года по 2008 год была серия извержений, вызванная землетрясениями. Но тогда ученые были уже более подготовленными к таким событиям. Было применено множество методов мониторинга, которые позволили им прогнозировать вулканическую активность. На протяжении 2016-2018 годов местность сотрясали серии небольших землетрясений. Все это заставило ученых уделять пристальное внимание этому вулкану. Небольшие землетрясения послужили первыми признаками пробуждения вулкана Маунт Сент-Хеленс. Они произошли за 2 месяца до извержения. Когда серия землетрясений продолжилась, вулканологи обратили особое внимание и начали пристально следить за вулканом, а также пытались предугадать ход развития событий. В то же время такая масштабная катастрофа вызвала интерес со стороны фотографов и туристов. Утром 27 марта впервые за долгое время вулкан выбросил в небо клубы пепла и пара. Несколько фотографов разбили лагеря в окрестностях вулкана в ожидании сделать поражающие снимки вулканической активности. Среди группы расположившихся в той местности фотографов были Кит Ранхольм и Гарри Розенквист. Они сделали серию впечатляющих снимков до начала катастрофы, которые помогли вулканологам детально изучить последовательность извержения. Им удалось выжить, так как их кемпинг был расположен примерно в 17 километрах от вулкана. В тот роковой день запечатлеть проснувшийся вулкан отправились также 2 других фотографа, которые погибли, фотографируя извержение. Они оба находились в нескольких километрах от извержения. Роберт Лендберг, фотограф из Портленда, не смог спастись, но ему удалось сделать уникальную серию снимков извержения. Затем он упаковал камеру в свой рюкзак и накрыл его своим телом. Рейд Блэкберн, фотограф из Ванкувера, также снял извержение вулкана, пожертвовав собственной жизнью. Он был найден в своем изувеченном после извержения автомобиле, покрытым пеплом и обломками пород. Их фотографии стали уникальным материалом для вулканологов и помогли им составить полное документальное описание извержения. Извержение вулкана 1980 года навсегда изменило окружающий ландшафт и сам облик вулкана Маунт Сент-Хеленс. Но в то же время оно предоставило уникальную возможность биологам, ботаникам, экологам и другим ученым сделать поражающие открытия в разных областях науки и провести эксперименты. Все были предупреждены о том, что находиться в местности, где расположен вулкан, было небезопасно. Но в тот роковой день Дэвид А. Джонстон, американский геолог, стал одним из 57 человек, которые погибли во время извержения. Его наблюдательный пост находился примерно в 8 километрах от вулкана. Извержение его настигло почти сразу после того, как он успел сообщить коллегам с Ванкувера о неминуемой катастрофе. Позже в его честь была названа вулканическая обсерватория.
С 1980 года вулканологи достигли значительных успехов в разработке новых методов и технологий в области мониторинга активности вулкана. Некоторыми из них до сих пор пользуются во всем мире. Ученые много времени провели в пораженной вулканом зоне, пристально изучая то, как протекает процесс восстановления всей флоры и фауны. Несмотря на такое катастрофическое извержение вулкана, сегодня в этой местности наблюдается огромное биологическое разнообразие. Короткая мощеная тропа Meta Lake ведет к смотровой площадке, которая находится у небольшого озера Meta. Дорога вьется через густой лес. Теперь эта местность кишит жизнью. Озеро Meta – одно из самых тихих и живописных мест на территории национального вулканического памятника гора Сент-Хеленс. Неподалеку друг от друга расположено несколько смотровых платформ, где посетители могут полюбоваться водной флорой и фауной, насладиться чудесными видами и спокойствием. Здесь можно услышать множество птиц и другие чудесные звуки природы. Озеро Meta находилось в зоне взрыва примерно в 12 километрах от кратера. Но роскошный лес вокруг озера погиб. Некоторые виды хвойных деревьев вокруг озера были покрыты защитным покровом снега, благодаря чему они уцелели в зоне взрыва. Саламандре, форели и лягушкам также удалось выжить в озере, покрытом льдом, пеплом и обломками. Животные также вскоре вернулись в эту местность, а бобры построили плотины, которые подняли уровень воды в озере. Низкорослый лес вдоль тропы полон деревьев, которые создают приятную прохладу. Можно заметить, как в окрестностях извержения вулкана снова кипит жизнь. Часть территории сохранена для изучения последствий извержения, но в целом местность открыта для туристов. Сегодня эта тропинка вьется там, где раньше была выжженная земля. С обеих сторон тропы растут небольшие кусты и деревья. Обилие цветов радует взор и привлекает внимание посетителей национального вулканического памятника гора Сент-Хеленс. Все вокруг создает ощущение спокойствия и уединения. Harmony Fells Trail – это относительно короткая тропа, которая ведет через окружающую местность, которая пострадала от извержения к самому берегу озера Спирит. Это фактически единственный маршрут, позволяющий так близко приблизиться к озеру и увидеть довольно необычный пейзаж. На тропе встречается чудесный водопад Harmony. Первоначально он был намного больше, но после извержения превратился в небольшой ручей, стекающий тонкими струями по камням. После похода так приятно отдохнуть на берегу озера и полюбоваться этим расслабляющим пейзажем. Озеро Спирит сильно пострадало от извержения. После этого природного катаклизма в течение нескольких лет оно не замерзало зимой из-за плавающих в нем бревен и вулканических обломков.
Но в 2005 году ученые проверили чистоту воды в озере и обнаружили, что она снова стала такой же чистой, как была до 1980 года. На сегодняшний день экосистема озера включает различные виды растений и живых организмов. Виды на Сент-Хеленс с этого места открываются такие, что захватывает дух. Природа и атмосфера завораживают любого, кто окажется в этой местности. До извержения живописное озеро Спирит было водоемом, а также считалось популярным местом для отдыха. На берегу было расположено несколько туристических баз отдыха, и многие приезжали сюда с семьями. В результате извержения базы отдыха оказались под водой, так как уровень воды значительно поднялся после взрыва, и поверхность воды покрылась рухнувшими деревьями. Природа проделала огромную работу. Ей удалось восстановить себя, и это определенно заслуживает уважения. Если вы планируете посетить национальный вулканический памятник гора Сент-Хеленс, вы можете выбрать любую тропу, которая вам понравится, чтобы полюбоваться красотами природы штата Вашингтон. Каждый посещает это место по разным причинам. Одни путешественники, чтобы просто отдохнуть, увидеть собственными глазами вулкан и окружающие его вершины, а другие, чтобы узнать историю этого катастрофического события. Но абсолютно всех ждет невероятное приключение и великолепные возможности для живописных прогулок, занятий пешим туризмом и многое другое. Посещение национального вулканического памятника гора Сент-Хеленс – это уникальная возможность стать свидетелем невероятной демонстрации могущества сил природы.